при князе Раймунде о таком и подумать нельзя. Где ж это видно, чтобы рыцари на турнирах были, а за помощью без махать? Ну, иди, иди сюда. Добрый день. Мы можем поговорить? Ну, иди. Да, в чем дело? А в чем может быть дело, если послали за ведьмаком? Посплетничать? У меня неприятности с чудищем. Так это ты давал заказ? Ну что ж, я слушаю. Сперва, ваша милость, установим с вами некоторые правила. Я не припомню, чтобы мы с вами переходили на «ты». И ввиду огромной разницы в положении, надеюсь, до этого не дойдет. Потому ожидаю, что ваша милость будет именовать меня месье де Бюрбё. Так и быть, месье де Бюрбё. Подчеркну, не плебейское «ё», но «э», «бюрбё». Сейчас я подчеркну кое-что другое. Говорите, месье, в чем у вас тут дело, не то я и передумать могу. Ох уж эти нордлинги и их манеры. Хорошо, короче говоря, у меня чего-то завелось в винном погребе. Так, значит, мне предстоит приготовить масло от чего-то. Простите? Мне нужно больше сведений. Где это чего-то видели? Есть ли свидетели, можно ли посмотреть тела? В том-то и дело, ваша милость, что никто этого чудовища не видел. Мы его слышим только. Такой вроде бы храп и писк. Тел тоже нету. Люди пропадают бесследно. А кто именно пропал? Позволю себе спросить. Последний раз какой-то батрак, кажется. Может, несмотря на огромную разницу в положении, которое вас разделяет. Вы запомнили его имя, месье? Нет. Вам надо поговорить с моей женой. Она с плебеями в более близких отношениях. Ее сейчас нет. Она поехала в гости к матери, но скоро вернется. Так откуда доносятся эти странные звуки? Отовсюду. А отчетливее всего они слышны в подвале с вином. Значит, у чудовища логово где-то под землей. А когда они громче всего? Ночью. Точно так же, как много лет назад, когда дома заваливались. Тогда этим тоже мастер занимался, только о нем с тех пор ни слуху, ни духу. Хватит уже этих вопросов. Ответьте прямо без уловок, вы берете этот заказ или нет? Зависит от того, на какую награду я смогу рассчитывать. Сколько? Да вы шутите, должно быть. Сколько? Да вы шутите, должно быть. Потерплю убыток. Согласен. Я принимаю заказ. Сперва я здесь осмотрюсь. А потом хотел бы поговорить с госпожой де Бюрбё. Хорошо, я дам знать, когда она вернется. А пока вот ключ от подвала. Только прошу, не касайтесь бочек с вином. Куда прешь? Вот тут все вино да вино. А мне б наливочки. Чудовище, похоже, и правда начинает
Надо подождать до темноты. Ну хорошо, посмотрим. Крысы. Сомневаюсь, что они похищают батраков. Широкими когтями. Разбитые яйца кикимор. Кто-то их сожрал. Яйца кикимор. Лучше их уничтожить, пока под погребом не вывелся молодняк. С острыми широкими когтями.
что это за шум? Подземный ручей? Чудовище, которое я ищу, живет под землей, роет туннели, питается кикиморами. Большое, очень большое. Тут я ничего не знаю. Пора возвращаться наверх. Значит, я плачу за уничтожение чудовища, а не за разрушение имущества. Тут имущество само собой рассыпается. Это из-за туннелей. Если их быстро не засыпать, дом рухнет. Туннели? Откуда там взялись туннели? Их выкопало какое-то крупное существо. Кстати, в туннелях я нашел кикимор и уничтожил их кладку. За это я возьму недорого. Яйца кикимор? О, благодарю. Я заплачу, ясное дело. Госпожа де Бурбю, я полагаю. Мне сказали, вы знаете что-то о пропавшем батраке. О Жан-Люке? Да. Мы вместе ходили осматривать посадки этого года. Кто-то их подгрызал. И услышали такие странные звуки. Жан-Люк пошел проверить, что это, и уже не вернулся. А где вы видели Жан-Люка в последний раз? На поле к северу отсюда, у леса. А там что за новые посадки? Мне казалось, они все пошли по южному склону. Почти все, дорогой. Оставшиеся черенки я велела посадить как раз у рощи. Могли бы вы описать, как выглядел Жан-Люк? Высок, хорошо сложен, черные волосы. Любимая, сосредоточься. Любой мужик хорошо сложен. Он же в поле работает. Дело в отметинах, особых приметах. Ничего такого, но на шее он носил медальон. Серебряный. Серебряное украшение у батрака? Это подарок, кажется. По крайней мере, так он мне говорил. Этого мне, пожалуй, хватит. Ну, так чего ж вы стоите? За дело, работа ждет. Прошу вас, поищите Жан-Люк. Может, эти тоннели под погреб приспособить? Тяжко на службе с пустым брюхом. Дни проходят, а работа не убывает. Хлеб очень черствый, он лежал здесь довольно долго. В этом месте расстелили одеяло. Следы нам здесь шли двое. Поломанные деревья, как будто что-то через них перекатилось. Значит, это Шарлей. Только они роют туннели и передвигаются таким образом. Большие, глубокие следы.
Следы когтей. Прямые, тупые. Чтобы рыть землю, лучше не придумаешь. Кровь человеческая. Следы ведут сюда. Следы когтей. Прямые, тупые. Чтобы рыть землю, лучше не придумаешь. Шарлик для подписки. Эксперименты Шарле. Насекомые, которые не питаются, любимое блюдо скалопендра Морта. Шарлея. Он притащил сюда тела жертв. Некоторые еще совсем свежие. Надо сварить приманку. Возьму кровь какой-нибудь недавней жертвы и грибы, которые здесь растут. Свежие останки. Это надо думать, Жан-Люк. Раздавленные ребра, расколотый череп. Работа Шарлея. Однозначно. Изрядно сгнившие, частично объеденные. Они лежат здесь уже некоторое время. Надо залить это в логово где-нибудь на сквозняке, чтобы запах разошелся по всем пещерам. Шарли будет здесь с минуты на минуту. Thank you.
какие у тебя когти. Thank you.
Мэра! Много о вас говорят. Еще больше говорят шепотом. Займитесь стеной, чтобы до вечера все было готово. Месье де Бюрбю, мы можем поговорить? Надеюсь на добрые вести. Я слушаю. Я избавился от чудовища, которое доставляло вам хлопот. Это был Шарлей. Шарлей? Это что еще такое? Это как если скрестить крота и сороконожку. Только размером с дом. Ага. Ну, милостырь ведьмак, на первый взгляд вы не производите хорошего впечатления, но справились отменно. Ваша награда. Что касается Жан-Люка, к сожалению, он мертв. Кто? А, этот? Невелика потеря. Найду на его место другого. И правда, это же простой мужик, а не месье, хрен знает кто там. Прощайте. Ведьмак, не ведьмак, вкалывать надо. Господа, я тронут вашей заботой. Но этого дня я давно ждал. И позвольте мне прожить его так, как я сам запланировал. О, а вот, кажется, и мой проводник. Мое почтение. Приветствую, Белый Волк. Полагаю, ты видел мое объявление? Ну да, глупый вопрос. Раз ты здесь, то наверняка видел. Позволь представиться, граф Белидаль, большой почитатель твоих свершений. Очень приятно. Ведьмаки не часто такое слышат. Но, ваше сиятельство, вы пойдете с одним ведьмаком? Этот парень 10 стоит, но экспедиция и без того излишний риск. А если вы нас не возьмете, это уже при всем уважении сумасбродство какое-то. Не преувеличивай, Вильмар. Надеюсь, я все-таки не умру, если полдня буду сам себе подтирать задницу. Прости моим стражникам эти причитания, ведьмак, и позволь мне перейти к делу. Как ты, вероятно, уже знаешь из объявления, предложение у меня довольно нетипичное. Видишь ли, ведьмак, я люблю дикую природу, а в Туссенте живет несколько видов животных, которые нигде больше не встречаются. Я бы хотел, чтобы ты сопровождал меня в путешествии, которое их сохранит на века. Ну да, и защищал бы меня, если вдруг что пойдет не так. А то стоит мне хотя бы поцарапаться,
Мои отважные защитники тут же донесут жене о моем безрассудстве. И тогда судьба моя будет плачевна. Граф Белидаль? Знаменитый птицеод? Нет, это был мой дедушка. Славный был человек. Я же занимаюсь винами. Привожу в родной Ковер лучшие сорта. Поэтому время от времени я навещаю Боклер и всякий раз стараюсь, скажем так, прикоснуться к дикой природе. И для этого тебе нужен ведьмак? Взял бы своих стражников. Дешевле бы вышло. Разумеется, можно и так. Но им тоже полагается минута отдыха. Правда, господа? Кроме того, я богат. Кто мне запретит? А, выходит, вся эта экспедиция — каприз богача? Есть еще Клариса, она... Вильмар, прошу тебя. Кто она? Моя дочь. Я всегда привожу ей из путешествий разные сувениры. Она их ждет с огромным нетерпением. Впрочем, сейчас речь идет не о моей семье, но о нашей экспедиции, правда? Прежде чем я соглашусь, расскажи хоть что-нибудь. Куда мы идем? Что именно мне нужно делать? В целом, восхищаться фауной и флорой. Я же при случае постараюсь что-нибудь увековечить. Увековечить? Видишь ли, мне тут такой аппарат, парестисомак, который запечатлевает образы. Парести что? Такой как бы переносной мегаскоп. Он ухватывает события и превращает их в иллюзию, на основе которой я позже пишу картину. То есть ты предлагаешь пойти с тобой разглядывать зверюшек, цветочки и... Да, в целом все верно. Только сперва ты должен выследить тех существ, которых я хочу запечатлеть. Сам я только примерно представляю, где их логово. Ну, и если что-нибудь пойдет не так, у нас в загашнике будет твой меч. Ну как, согласен? Довольно необычное задание. Не могу не согласиться. И потому предлагаю весьма достойный гонорар. Ты же не будешь возражать, если я попрошу назвать конкретные цифры? Нет, пожалуйста. Прошу, просто скажи, сколько ты хочешь получить. Замечательно! По рукам! Задание вроде не трудное. Я бы взялся за что-нибудь приятное для разнообразия. Замечательно. В таком случае вот карта. Перед приездом я поспрашивал местных охотников, попросил определить места обитания существ, которые меня интересуют. Все отмечено на карте. Отличная мысль. Будет их проще выследить. Ну что, отправляемся? Да, пойдем. Свет сейчас просто идеальный. А мне не больно, да? Раз уж карта у меня, позволь, я пойду вперед. А почему бы тебе не отправиться в экспедицию со всей своей свитой? Ты шутишь. Вырваться из-под крыла охраны – истинное изволение. Очень они меня оберегают. Я предпочитаю любоваться животными, увековечивать их, а не убивать из ложного страха за собственную жизнь. А если животные нападут? Тогда у нас и правда не будет выхода. Мы же не хотим стать их обедом. Но пока они спокойны, и незачем их провоцировать. Это для меня очень важно. Я слышал свое ворчание. Это тут должно быть медведь. Держись рядом и не зевай. У меня просьба. Постарайся, если возможно, не проливать кровь.
Слышите? Это пантеры. Откровенно говоря, ничего не слышу. Чувства мои не так развиты, так что я просто доверюсь тебе. Прекрасный день, чтобы ловить события. Прекрасный день, чтобы ловить события. Браконьеры. Похоже, расставили силки на медведя, а попалась пантера. О, посмотри, малыш. Ты поможешь его матери? Попробуем. Но сперва ее надо успокоить, иначе она на нас бросится. Отлично. Выйдет прекрасный план, как ты ее освобождаешь. А говорят, у ведьмаков нет сердца. Этот образ... Прости, Самак растревожен зверей, надо отсюда убираться. Ненавижу браконьеров. Я рад, что ты разделяешь мою любовь к животным. Для человека из города у тебя очень широкий круг интересов. Ох, и правда. Интересов у меня порядочно. Вина, природа, живопись. Мне кажется, ведьмачья жизнь, при всем уважении, несколько более монотонна. Это верно. Но скучно никогда не бывает. А я вот вообще не представляю, как бы я возился с одними и теми же существами. У тебя есть жена? Чш, слышишь? Это они, скалопендроморфы. Они роют туннели под землей и при этом издают очень характерный звук. Так мы их и выследим. Здесь звук громкий и четкий. Должно быть, мы у самого гнезда. Мы на месте. Да, но хороший план отсюда не поймаешь. Погоди, найдем место получше и более безопасное. Ступай осторожно. Скалопендроморфы очень чувствительны к звукам и к вибрации. Их легко разбудить и разозлить. Может, здесь? Не знаю. Они слишком близко. Да, поищем другое место. Тут должно быть безопасно. Может и так, но отсюда ничего не видно. Значит, ищем дальше. Давай здесь. Расстояние подходит, свет вроде тоже хороший. Да, просто идеально. Ты сможешь их вытащить? Сейчас надо подумать. Надо заставить землю вибрировать. Попробую бросить бомбу или наложу знак. А ты смотри, ближе не подходи. Прекрасный день, чтобы ловить события. Благодарю. Это было воистину великолепно. Можно идти дальше. Потрясающе. Дух захватывает. Благодарю тебя. У меня к тебе еще одна просьба. Я хотел бы увидеть брачные ритуалы местных павлинов. Говорят, есть стая где-то неподалеку.
Сходить можно, но о брачных ритуалах лучше забудь. Они закончились месяц назад. Ужасно. Я так надеялся увековечить их во всей красе. А если павлины не захотят показывать хвост, можно с ними что-нибудь сделать? Раздразнить их как-нибудь? Ты о чем? У меня хвоста нет. И отрастить я его не смогу, по крайней мере, в ближайшее время. Я скорее думал о ведьмачьей магии. Вы ведь, говорят, умеете воздействовать на простых существ. Ну, да, можно попробовать. Но ничего не обещаю. Замечательно. Я о большем не прошу. Не знаю точно, где стая, но один охотник указал мне пару мест, где они могут быть. Сейчас все отмечу. Ну ладно, давай искать павлинов. Я вот думаю, почему павлины? Моя дочь очень их любит. Я хотел сделать ей приятный сюрприз. Мы уже близко. Смотри в оба. Герой из павлиней гуски с кожным салом. Павлин потерял его недавно, а запах у сала очень характерный. По нему мы стаю и найдем. Ведьмак за работой. Как это замечательно! Слышишь? Они перекликаются. Чудесно! Значит, мы уже близко. Ох, какие красавцы! Если бы они еще хвосты развернули. Посмотрим, что я смогу сделать. Ищи, куда встать. Я готов! Можешь применять свою магию. О, это будет шедевр. Улыбочку. Зараза, берегись. Скалопендроморфы. Откуда они тут? За нами приползли. В сторону. Ага! Геральт, спасай! Вот и все. Было жарко. Пожалуй... Довольное впечатление на сегодня. Это было великолепное приключение. Получил все, что хотел? Да. В таком случае возвращаемся в лагерь. Возвращаю вашего господина в целости и сохранности. Благодарствую, мастер. Видите? Нечего было бояться. Спасибо, что позаботился о его светлости, ведьмак. Эта вылазка явно пошла ему на пользу. Он даже как-то ожил. Погоди минутку, Геральт. Я схожу за кошельком, и мы урегулируем финансовые вопросы. Ожил? А было что-то не так? А он не рассказывал? 10 лет назад Клариса, дочка его, упала с коня. С тех пор она прикована к постели, ходить не может. До того случая она была этаким шаловливым чертенком. Каждый уголок дома она заполняла радостью. Граф часто брал ее с собой, она тоже зверье всякое любила. Теперь эти его экспедиции... Точнее, образы, которые он привозит, это для нее единственное окно в мир.
А вот и я. Я очень рад, что смог взглянуть на тебя в деле, увидеть собственными глазами, что в повествованиях о тебе нет ни капли преувеличения. Дисциплина, надежность, ответственность. Ты был бы идеальным деловым партнером. Жаль, ты не торгуешь вином. Может, когда-нибудь? Хорошо, вот твоя награда. Спасибо. У меня к тебе еще одно предложение. Я собираюсь устроить выставку своих работ для друзей. Может, зайдешь, если окажешься поблизости? Почему нет, если это по дороге? Замечательно. В таком случае приглашаю в гости. Я остановился здесь у друга, рядом с деревушкой Франколар. Я буду. До встречи. У меня руки трясутся. Как самцы, так и самки-станожки Баклерской являются грозными хищниками. Хотя обыкновенно они охотятся группами, автору этого выдающегося произведения удалось запечатлеть одиночку, приготовившуюся к нападению. Стоит также обратить внимание на охотника, который, хотя безусловно сознает грозящую ему опасность, с каменным лицом выжидает момента, подходящего для атаки. О, Геральт, вот и ты! Чудесно, прошу! Как я рад, что ты пришел! У меня для тебя маленький подарок и никаких отказов! Спасибо. Твои стражники рассказали мне о Кларисе. Жаль, что с ней так вышло. Спасибо. Эти слова много для меня значат. Как у нее сейчас дела? Наверное, ждет не дождется, когда ты вернешься. Скорее, когда я привезу ей подарки. Две картины я уже выслал, чтобы ей не пришлось ждать слишком долго. На обратном пути, я думаю, заглянуть в Дол Блатану. Говорят, там можно встретить Сильванов. Да, одного я даже знаю, его зовут Торг. Он бывает вредным, но за соответствующую плату согласится на все, о чем ты попросишь. Вот и отлично. Спасибо за подсказку. Передавай от меня привет. Сколько народу? У тебя тут много друзей. И все, кажется, в восторге от твоих картин. Ох, если у тебя столько денег, сколько у меня, друзья липнут к тебе, как пчелы к меду, и восхваляют до небес все, что ты делаешь. Я не говорю, что все эти люди лжецы и подлизы, но, боюсь, большинство из них таковы. Тогда зачем ты с ними общаешься? Я делец, и дела торговые должны быть для меня превыше собственных чувств и симпатий. Кроме того... Да? Порой я выставляю откровенно неудачную картину только за тем, чтобы послушать, как люди лезут из кожи вон, лишь бы найти нужные слова и похвалить ничтожную мазню. И чем больше они хотят моей милости, тем громче хвалят мои шедевры. Удовольствие по самые гланды, скажу я тебе. Рад был тебя повидать. Счастливо. Не стану.
путешествовать с тобой – истинное удовольствие. Уважаю. Тише. Прошу простить. Надпись на старшей речи. Избавление не в Долневде, но в наших сердцах, да славится Аэлирен. Зараза, дневника профессора давным-давно нет. Похоже, не только я о нем знаю. Надо осмотреться, может, здесь еще что-то есть. Профессор мне в поисках не поможет. Следы ног. Узкие и неглубокие. Кто-то небольшой и легкий. Может, женщина? Твою мать, след прервался. Интересно, тот, кто обобрал гробницу, нашел что-нибудь еще? Больше я здесь ничего не узнаю. Посмотрим, что скажет карта Трис. Кстати, эпитафия тоже упоминала Аэлирен и Долневде, долину девяти. Место, отмеченное на карте, сейчас под водой. Там теперь Санс-Ритур. Наверное, это и есть долина девяти. Попробую там осмотреться. Что ты избавился от банды телебят. Эй, полегче! От работы кони дохнут.
Здесь пригодится глаз Нихалены. Яйца тики-тики, Нечто, что активировало входной портал.
Интересно, какие еще сюрпризы готовит это место. Наверх. Что ж, по крайней мере, встреча с пантерами он избежал.
конечно. Закрыто. В записях было про 4 выступающих камня. Надо их как-то нажать. Попробую достать их из арбалета. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Интересное место. Кажется, оно такое не случайно. Надо бы осмотреться. Впечатляет. Это просто украшение или... Непрошенный гость! Тебе здесь не рады! Да-да, я... Порталы. Хорошо, поищем следующий проход. Thank you.
Кристаллы. Их надо поместить в мегаскоп. Двух кристаллов не хватает. Надо думать, этот человек был здесь не по своей воле. Камера. Интересно, кого тут держали? Хорошая библиотека. По большей части книги о мутациях и генетике. Выбрать вход. Июля, год 1102. Сегодня я начинаю величайший проект всей моей жизни, который важнее любого другого, поскольку касается лично меня и моего сына. 15 лет назад на меня напало чудовище, и жизнь мою спас ведьмак. Тогда я не догадывался, что за спасение мне придется заплатить судьбою собственного сына. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы умер, но не отдал бы сына ведьмакам. Но случилось то, что случилось. В день, когда Джерома забрали, я поклялся честью, что верну сына. Сегодня, после многих лет изысканий и подготовки, я создал машину, с помощью которой смогу изучать мутации. Если боги в милости своей меня не оставят, я придумаю, как обратить означенные мутации и вернуть Джерома к нормальной жизни. Значит, профессор не собирался усиливать мутации, он хотел от них избавиться. Интересно, у него получилось? И что это может дать мне? Наблюдение 22. Несмотря на введение избыточной дозы токсичных субстанций, объект не проявляет никаких симптомов передозировки. Полагаю, это также результат мутаций. Итак, малый успех. Благодаря этой мутации Джером лучше переносит яды. Наблюдение 30. Мутации начинают действовать не сразу, но и с течением времени они не усугубляются. Чтобы мутация прогрессировала, следует неустанно добавлять соответствующие мутагены. Объект переносит это не лучшим образом, но я смог сделать мутации менее инвазивными. Для этого к базе мутагена я добавляю белок мутировавших яиц скалопендроморфов.
стеклянном террариуме, кстати, их рост прекращается. Эти яйца сами по себе примечательные. После мутации от них начало исходить восхитительное сияние. Надеюсь, использование этих белков не вызовет серьезных побочных эффектов. Время покажет. Наблюдение 58. Порой неудача сама ведет к успеху. Я открыл метод преобразования одного типа мутагена в другой. Нужно лишь добавить некоторые ингредиенты. Это великий день для науки. Кроме того, после сегодняшней дозы мутагенов объект был на грани смерти. Однако затем он резко пришел в себя, а силы его восстановились. Разумеется, не в полной мере, но можно сказать, он вернулся к жизни. Трудно сказать, виновны ли в этом его мутации или это совпадение. Необходимо провести дальнейшие эксперименты. Годы экспериментов, исследований, жертв. И все впустую. Я не достиг искомой цели. Все мутации, которым я подвергал объекты, были неэффективны в отношении Джерома. То, что должно было излечить его от ведьмачества, вернуть его к нормальной жизни, лишь усугубляло мутации, увеличивало его скорость и силу, делало его еще более нечеловеком. Мой сын навсегда останется ведьмаком. Я потерпел поражение. Пора оставить это место и вернуться домой. К Лидии. Вдруг она все-таки примет меня. Рецепты и мутагены я оставляю здесь. Пускай они рассыпятся в прах. Как мои мечты о возвращении сына. Значит, профессор хотел обратить мутацию вспять, а вместо этого только усиливал их. Тем лучше для меня. Судя по записям, профессор пытался отменить действие ведьмачьих мутаций, но в результате лишь усилил их. Мутагенную базу он делал из яиц гигантских скалопендроморфов. Значит, надо поискать яйца.
Нет смысла надевать полный. Что с ней делать-то? Лучше бы снять броню и оставить оружие. Пора проверить, а на меня мутагены профессора будут действовать так же, как на его сына? Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком?
сколько у нас, а? Всегда рад видеть. Что его княгиня вызвала? Тысяча чертей! Что за стиль? Сразу видно, северянин. Простите? Ну что тут прощать? Переодеться вам следует и побыстрее. Прошу в салон. Ну, проходите, проходите, проходите. Нет желания сыграть в квест? Thank you.
северный модник. Здравствуйте, здравствуйте. Ну ладно. Покажи, что у тебя есть. О, с превеликим удовольствием. Спасибо. Пока что это все. К вашим услугам. Красивая мелодия. Ведьмак? Реджинальд Деобре возвращается! Не пропустите! Покупайте билет! Ведьмак? Правда, скверно двустрел в этом году уродился. Проходите, пожалуйста. Свежесобранные травы, сушеные, истолченые. Все, что пожелаете. Травы травами, а в гвинт сыграть не желаешь? Правда, скверный двустрел в этом году уродился. Thank you.
Надеюсь, и клиент доволен. Прошу, прошу. Посмотрим, что у тебя. Бывай. Ты скверный двустрел в этом году уродился. Ведьмак? Есть ведьма? Нет проблем. Спасибо, что вы приехали. Молодец, молодец! Будет крашеный обед! Милостивая княгиня, солнышко наше ясное! На турнир можно еще записаться? Осталось свободное место для того, кто будет играть с Келлиге. О, благослови вас, боги. Приветствую. Ради? Уверяю вас, с Келлиге масть не слабее остальных. Скоро это будет признано повсеместно. Ну, не знаю. Я обычно играю Нильфгаардом. Так что, пожалуй, я еще подумаю. Меня зовут Геральт из Ривии. Я прочитал о турнире по гвинту и... И попал точно по адресу. Меня зовут Мартин Монье. Я главный организатор. Турнир наш не просто развлечение. Мы надеемся рассказать о новой масти, которую придумал мой брат. О колоде Скеллиге. А как возникла идея... делать новую колоду. Все в Баклере знают, что я большой энтузиаст игры в гвинт. Таковым был и мой, к сожалению, уже покойный брат. Другой же нашей общей страстью были путешествия. В молодости мы много времени провели в море. Путешествовали по самым разным уголкам мира. Но больше всего нас очаровали острова Скеллиге. До сих пор у меня перед глазами эти мрачные скалы, о которые разбиваются волны бурного моря. Это они подвигли моего брата создать новую масть. Расскажи мне побольше о новых картах. Облик карт передает дух островов, что увлекают варварской красотой. Изображены же на них герои из скеллигских легенд, берсерки и разные создания островов. Лидер колоды, разумеется, король Бран Тиршах. А другие знаменитости? Хьялмар и Керри Санкрайты, хотя и порознь. Герои Хеймдаль, славный друид Мышавур и многие другие. А могу я поучаствовать в турнире? Да, одно место пока осталось, но есть условие. Ты должен будешь играть картами из колоды Скеллиге. Видишь ли, я просил об этом многих опытных игроков, но они боятся всего нового. Для них слишком важен выигрыш, поэтому они предпочитают играть своими испытанными колодами. Ну, я понял. Одним словом, тебе нужен кто-то, кто докажет, что Скеллиге не хуже испытанных колод.
и выиграет турнир картами, который придумал твой брат. Я вижу, мы замечательно друг друга понимаем. Взгляни на трофей. Если победишь, он станет твоим. Согласен. Я сыграю этими новыми картами. Я чрезвычайно рад это слышать. Еще одна маленькая деталь. У меня только основная часть колоды. Мой брат раздал и проиграл много важных карт. Значит, этими картами выиграть турнир не получится? Это можно легко исправить. Померяйся силами с местными игроками. Верни недостающие карты. Заодно и потренируешься перед турниром. Вот карты, с которыми я могу расстаться. А остальные я оставлю себе. Я собираюсь играть такой же колодой. Мне уже хватит карт, чтобы сыграть за Скеллиги на турнире. Позволишь взглянуть? Да, верно. Ну, приглашаю через 2 дня, тогда и начнем. Оденься таким страшилой, и ничего уже не помог.
Часто вспоминаю о былом, о том, что значит ты. Плетью опуха не перешибешь. Да, господин. Хорошо еще как тепло. Да дайте жить спокойно. Тебе здесь нравится? Да здравствует княгиня Анна Генретта! Тебе здесь нравится? Да и хуй с ним совсем! Завивка волос! Приветствую, добрый господин! Можешь меня подстричь? Может, сыграем партию в гринд?
себе цену знаю. Удачи нам. Любовь моя, клянусь, я выиграю Ешьте, турнир с твоим пейте именем на устах. И радуйтесь. А если кричет лебеда? В этом году. Здравствуйте. Чего изволите? Есть желание сыграть в гвинт? Клянусь честью, это ведьмак, который спасет нас от беды.
Мойте сделки, ибо не знаете ни дня, ни часа. Вот это я понимаю, мастер. Люблю вести дела с такими, как ты. Ты в хорошей работе толк знаешь. Что у тебя там? Как насчет партийки в гвинт? Добрый человек! Мне понадобится полный набор новых подков для верховой лошади. Срочно! Ну и времена. Доспехи полированные, с гравировкой, с рифлением. Что только пожелаете. Посмотрим, что у тебя здесь.
Я понимаю, что ты занят, но, может, сыграем в гвинт? Да и хуй с ним совсем! Он же есть слаб! Во, на КМ! Ешь, пей, расступай!
слышал, что верментина и коронат? Добрый день. Приветствую. Рад новой встрече. Ну и как тебе масть Скеллиге? По правде сказать, мне не очень нравится. Ха, но все же я верю, что ты с легкостью выиграешь турнир. Расскажи побольше о правилах турнира. Есть что-то особенное? Пожалуй, сперва я представлю участников. Это лучшие игроки со всего света. Хамаль Альденбали, афирский купец. Эрик Ван Врок, вельможа из Новиграда. И, наконец, представитель Скеллиге. Представитель? Представительница? Ослеп, что ли? Разумеется, я не хотел никого обидеть. Это Агнета Скьёльд, женщина очаровательного островного темперамента. Теперь, что касается правил. Каждый играет одной мастью, которую нельзя менять до конца турнира. Проиграешь матч – вылетаешь. Лучший из вас встретится с победителем предыдущего турнира. Его превосходительством – посланником Нильфгаардской империи господином фон Хинном. А победителя этого поединка в финале буду ожидать я, собственной персоной. Руки прочь от гвинта! Нет новым мастям! Снаружи собрались какие-то недовольные, и их немало. Руки прочь от гвинта! Не хотим новых мастей! Манье, ты шарлатан! Руки прочь от краснолюдской игры! Не всем по душе перемены. Традиционалисты против того, чтобы вводить Скеллиге в набор канонических мастей, но не будем забивать этим головы. Можно узнать, у кого из игроков какая колода? Это вовсе не секрет. Эрик Ван Врок сыграет колодой Королевства Севера. Его превосходительство, как истинный патриот, возьмет колоду Нильфгаарда. Хамаль Альденбали сыграет колодой Чудовищ. А Агнетта Скьёльд выбрала Скаятаэли. Я буду играть против финалиста колодой Скеллиге. И решительно намерен доказать ее достоинство. Если все не против, можем начинать. Приглашаю всех на террасу. Вскоре Герольд объявит начало турнира. Объявляю турнир открытым! В первом туре Агнета Скьёльд сыграет против Эрика Ван Врога, а Геральт из Ривии против Хамаля Альденбали. Прошу к столу. Не желаешь ли поднять ставку? Что ты имеешь в виду? Я собираю оружие. Меня очень заинтересовал твой серебряный меч. Если я выиграю, я заберу его. А если проиграю, отдам тебе свой. Столь же цен. Будь по-твоему. Начнем.
твою мать, из турнира выбыл и меч потерял. Бывает. Счастье одних переплетается с невезением других. Благодарю за хорошую игру. Я не проиграл бы, если бы ты играла по правилам. Там, откуда я родом, такие оскорбления даром не проходят. Еще раз скажешь, что я жульничаю, я тебе язык отрежу. Довольно. Без рук. Гвинт, господа. Спорт благородных людей. Мы требуем от участников турнира безупречных манер. И не потерпим никаких скандалов. Посему, по решению графа Монье, соперники из Новиграда и Соскеллиге дисквалифицированы. Я не соперник, а соперница. И мне нет дела до турнира, где любой проходимец может обвинить меня в обмане. После первого тура Геральт из Ривии выбыл из игры. Агнета Скьёльд и Эрик Ван Врок дисквалифицированы. Теперь Хамаль Альден Бали из Афира померится силами с обладателем титула, его превосходительством фон Хином. Поздравляю. Чистая победа. Благодарю. Это был напряженный поединок. В финале противником графа Манье станет его превосходительство фон Хин. Хватит позорить, Квинт! Давай новые масти! Кажется, у нас неприятности. Пошли вон отсюда! Ноги в руки и бегом на Скеллиге хлебать суп тюленей! Прошу держать себя в руках и выражаться прилично. Господь тебя выражал, Манье! Руки прочь от Квинта! Может, вместо того, чтобы угрожать и драть глотки, скажете, чего вам надо? Мы уж говорили и не раз! Да только никто нас не выслушал! Я выслушаю. Квинт — древняя игра. Ее правилам много веков. Вот именно! Они отражали природный порядок вещей! Мастей должно быть 4! Это природное число! Мы не согласны на новые масти! Это плевок в лицо традиции! Да! Руки прочь от Гвинта! Хватит! Мы тут не беседовать пришли, а морды бить за наши традиционные ценности! Навались, мужики! Бей, сучка! Я его так выебу, он до конца жив! Вот стерва! Ну, хоть остыли немного. Сука, у меня в глазах троится и четверится. С меня довольно, я вызываю гвардейцев. Спокойно, граф. Протестуйте, машите кулаками, возмущайтесь. Только перемен вы все равно не остановите. Если вам не нравятся новые правила, играйте по-своему. Но не запрещайте другим играть, как им нравится. Не тренди. Как говорит мой приятель Золтан Хивай, если кто один говорит, что ты трендишь, он может и ошибается. А если много человек говорят, что ты трындишь, значит, ты и правда трындишь. Так что, кто еще считает, что я не прав? Золтан Хивай! О, как его дела? 100 лет его не видел. У Золтана все в порядке. Всем внимание! Расписание вылазки меняется! Идем пить водку с приятелем Золтана! Господа, обождите. Нас ожидает финальный поединок. Финальный? Какой еще, сука, финальный? Я Герафибер. Объявляю, что приму участие в турнире и требую встречи с победителем. Раз и навсегда решим, чего стоят ваши скеллиги. Согласен, но прошу терпения. Сперва разыграем предварительный финал.
предварительном финале сойдутся! Граф Манье с колодой Скеллиге против посланника фон Хина масть Нильфгард! Хуй там выиграла ваша Скеллиге! Турнир не окончен! Сейчас моя очередь. Как мы и договаривались, пусть наш спор завершится здесь и сейчас. Нас ждет большой финал! Граф Манье, играющий мастью Скеллиге, сойдется с Яги Рафибергом с колодой Скуятель! Пусть победит сильнейший! Спасибо за игру. Надеюсь, моя победа убедит тех, кто не верил в достоинство новой мастии. Ты выиграл, потому что играл лучше. Если б ты даже не играл этим гребаным Скеллиге, все равно бы меня одолел. Но поздравляю, я Герафиберг умеет проигрывать. Ай да, мужики, пойдем выпьем. Нет и нет, это я приглашаю и всем ставлю выпивку. Надо отметить победу новой масти. А если кому охота сыграть пару партий в винт, не вижу препятствий. Благодарю за все. Что, не все пошло так, как ты планировал? Главное, что мы играли в винт, и я представил новую масть. Жаль, что тебе не удалось пройти в финал. Я хотел с тобой сразиться, но участие тоже считается. Вот тебе утешительный приз. Спасибо. Я рад, что познакомился с тобой, Иван. Хотелось бы что-то для тебя сделать. Такой уж у меня характер. Могу я тебе в чем-нибудь помочь? На турнире я проиграл свой серебряный меч. Я хотел бы получить его назад. Это мой рабочий клинок. Думаю, я смогу тебе помочь. Милостивый сударь, не согласитесь ли вы вернуть Геральту его меч в обмен на клинок, принадлежавший славному рыцарю Ридигеру? Разумеется, но ведь меч Ридигера исчез. Уверяю вас, это совершенно не так. В таком случае решено. Великолепный клинок. Пусть он и дальше верно тебе служит. Благодарю тебя, граф, и тебя, сударь. Щедрость – великая добродетель. Еще раз спасибо, что нашел возможность сыграть на турнире. Надеюсь, мы еще встретимся. Кто знает. Прощай. Ночь, любовь и вино терпению не очень-то учат.